Всем привет! В комментариях многие просили сделать топ игр на выживание, и разобравшись в тематике, я понял, что у этого жанра существует множество ответвлений, а survival игр на самом деле огромное количество. Поэтому я решил разбить этот жанр на некие подразделы и сделать серию топов про игры на выживание с различными вариациями. Этот топ будет посвящен играм про выживание в таком совсем недружелюбном месте, каким является космическое пространство. И разнообразные планеты, которые будут осваивать игроки. Скажу заранее, Сабнафтика в топ не вошла, потому что там упор сделан все-таки на океаническую жизнь, пределы которой мы не покидаем на всем протяжении игры. Итак, не будем затягивать вступление, представляю вам топ 10 игр про выживание в космосе. Десятое место. Dark Out. Игра в жанре песочницы, главная задача в которой выжить в темном мире, используя подручные материалы, собирая пищу, ресурсы, выстраивая жилища и отбиваясь от атак кровожадных существ. Главный герой является одним единственным выжившим в страшной космической катастрофе, в результате которой он оказывается на странной и мрачной планете, один на один с этим негостеприимным миром. Все вокруг против чужаков. Леса и поля наполнены страшными существами. На планете все время тень, которая становится то темнее, то светлее, но привычного дня здесь нет. Борьба за жизнь началась, и не стоит ждать своей судьбы, а следует попытаться самому стать ее хозяином. Девятое место. JCB Pioneer Mars. Приключенческий инди-симулятор освоения Марса, где игроку предлагается стать первым колонистом. Ему придется наладить первичные технологические процессы, производство продуктов питания и позаботиться о выживании будущих поселенцев. Как и положено, на чужой планете игрока подстерегает множество опасностей и природных катаклизмов. К слову, реалистичность игровой физики Марса разработчики получили благодаря удачному сотрудничеству с учеными-астрофизиками. Поэтому мощные песчаные бури, штормы и метеоритные осадки будут почти настоящими. Восьмое место. ROG. Многопользовательский симулятор выживания на Марсе с классическими для сурвайвала атрибутами. Крафтингом, добычей ресурсов, постоянным PvP и строительством собственных баз. Ничтожное количество пищи и воды, ужасная погода, постоянные перепады давления и космическая радиация станут кошмаром социофобов. Ведь для того, чтобы выжить, необходимо объединяться с другими игроками в группы и действовать сообща. Авторы проекта также особо подчеркивают, что упор в игре сделан на социальную, научно-достоверную и хардкорную части, так что всякие фэнтезийные штучки, рояли в кустах и заскриптованные сцены будут отсутствовать. В ROG имеется сложная система крафта с возможностью выбора научных направлений – химия, роботостроение, синтез веществ или программирование. Проект разработан на движке Unreal Engine 4 специально для любителей красивой графики. Седьмое место. Mars Colony Challenger. Целью игры является установка и обслуживание необходимого оборудования в условиях враждебного космоса. По сюжету перед вами поставлена задача создания новой оперативной базы на Марсе, строительство форпостов и прибытие строительных бригад и материалов из главной колониальной базы Арес, запланировано 7 этапов. Как только вы рапортуете о завершении предыдущего этапа, сразу начинается новый. Когда вы закончите работы на последнем этапе, вас и вашу команду отправят на новый форпост. Всего их в игре 3 штуки. Во время пребывания на форпосте вы столкнетесь с различными аварийными ситуациями, требующими решения. Иногда случаются атмосферные бури, вспышки на солнце, могут произойти возгорания и утечки в инфраструктуре базы. Вдобавок ко всему, вы и члены вашей базы можете попросту еще и заболеть. Шестое место. Empyrean Galactic Survival. Для разведки на далекую планету Empyrean отправлен космический корабль под управлением бесстрашного капитана. Да вот незадача, по дороге корабль дает сбой, и единственным шансом на выживание для героя становится катапультирование.
Спасательная капсула приземляется на планете, пригодной для жизни, но это явно не Эмпирион. Теперь наш герой должен не только обследовать неизвестную доселе планету, но и разведать на ней месторождения полезных ископаемых, чтобы построить ракету и продолжить выполнение задания. Эмпирион Galactic Survival – симулятор выживания на незнакомой планете, смешанный с шутером. Действительно, чтобы спокойно изучить совершенно неизвестную планету, нередко приходится браться за оружие. Далеко не всегда местные обитатели рады гостям. Высадившись на чужой планете, игрок должен выполнить множество заданий, чтобы получить возможность построить космический корабль и продолжить путешествие. Пятое место. Space Engineers. Space Engineers не просто игра о космических приключениях и кораблях. Здесь вы найдете новую жизнь, полную ярких моментов, заставляющих вас выживать и чем-то напоминающих игровой процесс Minecraft. В игре можно делать огромное количество вещей, в том числе отстраивать собственные базы и крейсеры, рушить чужие базы, вступать в сражения, а также организовывать целые фракции вместе с союзниками. На просторах игрового мира можно найти огромное количество материалов, инструментов и блоков для построения космических станций. В игре присутствуют два режима – творческий и выживание. Первый позволяет игрокам обзавестись огромным количеством ресурсов, свободно перемещаться по игровой карте без каких-либо проблем, а также не дает вам умереть. А вот режим выживания представляет интерес для игроков, знающих толк в многопользовательских играх с открытым игровым миром. Здесь вам никто не будет ладить и подавать инструкции. Вы будете понимать все на собственном опыте. Четвертое место. Astroneer. Действие игры развивается в далеком будущем, в 25 веке. К этому времени на Земле началась настоящая золотая лихорадка. Стали возможны индивидуальные полеты в космос, и в глубины Вселенной отправились многие миллионы искателей приключений. Их ждет бесчетное количество планет, на которых можно высаживаться и добывать полезные ресурсы. Тут игрок получает огромные возможности по изменению облика планет. Далеко шагнувшая наука будущего позволяет за считанные часы превращать бесплодные пустыни в цветущие поля. У игрока есть полная свобода действий. Он может как терраформировать безжизненные планеты, так и уничтожать красивейшие пейзажи в погоне за добычей ресурсов. С первого взгляда игра может и не зацепить современного разбалованного геймера. Графика здесь неплохая, но не стоит надеяться разглядеть каждую травинку и песчинку под ногами. Но к этому легко привыкнуть. Зато удивительные возможности по изменению облика планет будут увлекать до самого конца игры. Можно за секунду создавать пещеры или выращивать горы, изменять русло рек и форму озер. В общем, много возможностей по изменению ландшафта. Третье место. Osiris New Dawn. Проект, который представляет из себя приключенческую многопользовательскую ролевую игру с элементами выживания, действия которой разворачиваются в 2046 году. После крушения на далекой планете игрок может исследовать новый мир, создавать собственную колонию, завести себе новых друзей и сражаться с агрессивными представителями местной фауны. В 2046 году человечество решило отправить в систему Gliese-581 группу исследователей, чтобы та изучила все планеты, потенциально пригодные для жизни. В самом начале игры пользователю необходимо выбрать одну из двух фракций на выбор – Организацию Объединенных Наций Земли или Чужестранцев, то есть космических пиратов. После вы попадете в пустынный мир, где вам придется выживать в крайне неблагоприятных для жизни условиях. Что примечательно, разработка Osiris New Dawn занимается Phoenix Fire Entertainment, состоящая всего из трех человек. Но несмотря на такую немногочисленную команду, разработчикам все же удалось создать неплохой симулятор выживания в космосе с открытым миром и отличной графикой. Второе место. Planet Nomads. Многопользовательский проект от независимой студии Crenables в жанре научно-фантастической песочницы с элементами выживания. По сюжету вы кочевник-ученый, путешествующий по вселенной и вынуждены совершить аварийную посадку на неизвестной планете, куда не ступала нога человека.
Здесь вам предстоит попытаться выжить в недружелюбных условиях чужого мира, заниматься поисками воды, пищи и крова, а также предпринимать попытки построить новый космический корабль для дальнейших межпланетных путешествий. Игра обладает классическими для Sky-Fi песочницы функциями. Это постройка зданий из большого количества различных блоков, создание как наземных, так и воздушных транспортных средств, исследование множества биомов в поисках редких ресурсов и, конечно же, возможность космических путешествий. Первое место. Хелион. Система Хелион находится в нескольких тысячах световых лет от Земли. Несмотря на удаленность, она стала целью первой межзвездной колонизационной экспедиции 23 века. Около миллиона колонистов, погруженных в криогенный сон, оставили Солнечную систему ради путешествия, которое продлится многие десятки лет. Однако, открыв глаза, спустя почти 100 лет, они обнаружили, что попали в кошмарную ловушку. Вместо жизни в искусственном раю, они оказались вынуждены сражаться за выживание среди заброшенных станций, недостроенных орбитальных жилищ и останков военных кораблей. Хелион – это многопользовательский симулятор выживания первого лица. Сплав жанров космо-симулятора и выживания, сводящий игроков в схватки со смертельной опасной окружающей средой и себе подобными. Игрокам предстоит выживать в суровых условиях, добывать кислород, топливо и другие вещи, которые помогут в этом деле. Но всегда надо учитывать, что вы не единственный, кто пытается выжить. Есть и другие, но придут ли они к вам на помощь? Или же, не раздумывая, выбросят в вакуум? Каким бы жестоким ни казался космос, он никогда не сравнится с человеком в этой игре. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, информация из ролика оказалась для вас полезной. Пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Джеймс, всем удачи и до встречи в новых видео.